Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112, погибшие в ДТП на улице Куконковых, были пьяны. Напомним, в половине пятого утра 18 ноября ВАЗ врезался в стоящий перед поворотом налево фургон «Скания». Удар был настолько сильный, что легковая машина буквально на две трети оказалась под прицепом. Сотрудники госавтоинспекции, выехавшие на место ДТП, не обнаружили на асфальте тормозного следа. Экспертиза показала, что в крови 25-летнего водителя и его 22-летнего пассажира содержится 1,8–1,7 промилле алкоголя. Этот показатель считается средней степенью опьянения.